нейтральной зоной. Району между Лос-Анджелесом и Сан-Диего был нанесен огромный урон, когда Один повернулся против нас. Пляжи, которые я помню с детства, теперь заброшены. Повсюду мины. Отец сказал, мало кого направляют в нейтральную зону. Слишком опасно, непредсказуемо. Раз он послал нас сюда, то это очень важно. Но я все не мог избавиться от мысли, что он нас снова проверяет, хочет преподать урок. Так, похоже, у нас все в порядке. Начинаю сканировать сектор. Вижу врага. Вражеский патруль запада. В бой не вступать. Пусть подойдут. Приготовиться. Вперед. Уберите! Чисто. Третья группа в 30 километрах. Нужно смотреть в оба, могут быть и другие. Ждите. Остатки. Ладно, пора двигаться дальше. Сталкер 6, говорит Викинг. Мы на пути к цели, как слышите прием? Вас понял, Викинг. По последним данным, в этой зоне куча врагов, так что будьте на чеку. Пока идем по расписанию, так что добыли данные и назад. Понял вас. Чисто. Эй! Ты смотри. Ха. Никогда не думал, что опять ее увижу. Думаю, это значит, что пора шевелиться. Ты что ж, совсем все забыл, а? Черт, это место нагоняет на меня дикую тоску. Ну же! Thank you.
я возьму этого. Ладно, Логан. Пусть Райли обыщет дома. Вдруг кто-то остался, мало ли. Вас понял. Подавление огнем.
Давай за мной. Встречаемся у выхода.
движемся к вам. Не начинайте вечеринку без нас. Райли, потише! Чего хочет этот пес? Райли, рядом! Эй, спокойнее. Что-то здесь не так. Мальчик, что случилось? Федералы везли одного парня на базу огневой поддержки Чарли. Он ваш? Да, Аякс. Ладно, времени в обрез. Можешь остаться с нами, но слушаешься меня во всем. Это ясно? Да, сэр. Парочка отбилась. Может плохо кончиться. Ладно, Гиггин, располагайся и прикрой нас. Парни Уокера, вы за мной. Ладно, Гиггин, запускай нас. Ферри. Огонь, посмотри! Ему конец. Займи позицию. Мы двинемся к стадиону. Аякс должен...